Эти ребята знают, из чего делают современные кроссовки, в каком регионе Франции лучше игристое вино и от кого произошла династия Романовых. Самые разные сферы науки и истории собраны в квизе «Сделай ставку». Это своего рода викторина. Сперва на кон ставишь любое число, а дальше отвечаешь на 16 вопросов. Такие интерактивные игры за 10 лет стали фишкой центра по атомной энергии, а потому без них представить юбилей уже невозможно. Больше всего вспоминается это квизы, которые здесь проходят и проводят и организаторы, иногда дети проводят, волонтеры. И просто во время квиза вы не только приятно проводите время, и еще узнаете много интересного не только в области науки, а там бывают и какие-то картинные галереи, и бывают и музыкальные конкурсы. И вот это все настолько интересно, что просто потрясает, и невозможно больше такого нигде узнать. Одними квизами занятия в центре не ограничиваются. Форматы совершенно разные, от научного чтения до скинс-драмы, направление, где ученые превращаются в артистов. А начиналось все с пилотного проекта. Сегодня пространство, где занимаются дети, полностью отремонтировано. Ребрендинг помог добавить красок. Теперь ведущий цвет центра – оранжевый, цвет энергии. За это время больше 120 тысяч участников прошло через мероприятие. Это и открытые занятия, это и ток-шоу на различные темы. Это научно-популярные форматы, это сетевые форматы, которые вы сегодня, один из которых вы сегодня видели. И это огромная сеть из 20 центров по всей России и центра в Минске, которые работают для того, чтобы жителям региона стало интересно, познавательно. Ежегодно по всей России в сети центры успешно реализуются более 4000 проектов. Ребята с разных регионов регулярно общаются между собой и обмениваются опытом и впечатлениями. Как, например, и сегодня. Поздравить ульяновцев с юбилеем приехали коллеги из Москвы. Есть над чем работать, конечно же. Ну вот, например, Ульяновский центр, у них, я считаю, что самая лучшая команда подобралась как и с технической точки зрения, так и с и руководство, и менеджер. Свободно от проектов часы ребята могут уделить просто интерактивным экспонатам, которые на постоянной основе находятся в центре. Один из них – атомный синтезатор. С его помощью можно синтезировать любой химический элемент. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.